наведу на нос ружей и розом. Очищу многих во мне страданий и переплавлю в армии испытаний. Будь готов бороться к грядущим временам, готов свое сердце, ибо неоднократно глаголился в тени мои, а ныне возвещают, что время уже близко, ближе, чем вы ожидаете, дети. Потому ободритесь, возьмите щит веры и меч духовный, ибо предстоит великая духовная брань. Кто доверится Господу, тот будет победителем, ибо буду подкреплять таковых и наделять силой свыше. Доверяйте Господу во всем. Пусть и враг не одолеет вас.